и снова Эд возвращается под утро домой. Но он возвращается с отличными новостями. Всю прошлую ночь он проработал в достаточно сложном доме, его преследовали и пугали различные страшные призраки, но ему удалось их изгнать из этого дома, и теперь он может вернуться и наконец-то отдохнуть. Давайте посмотрим, чем занимаются остальные жители нашего домика. Я смотрю, что весь первый этаж темный, то есть, скорее всего, наши главные герои находятся на втором этаже. Давайте мы поднимемся на второй этаж и посмотрим, что у нас тут происходит. А я смотрю, что никто не спит. Вот почему детишки не спят. Мне что-то подсказывает, что даже Кэролин пытается их загнать в постель, мол, пора ложиться спать 4 часа утра, почему никто не спит. Хотя, возможно, они все ждут, когда вернется папа, потому что мы с вами понимаем, что даже Лорейн переживает. Она знает, что Эд сможет справиться со всеми трудностями, но все-таки, все-таки она переживает и надеется, что все будет хорошо. Между прочим, у нас свечки практически догорели, поэтому нам нужно будет пополнить наши запасы. Между прочим, друзья мои, с возвращением в кошмарный, ужасный Уиллоу-Крик с возвращением к нашему семейству. И сейчас давайте мы посмотрим, кто чем занимается. Итак, я вижу, что Ларен отправляется что-то приготовить. Ну, правильно, нужно же приготовить какую-нибудь еду для мужа, потому что он наверняка и кушать хочет, и в туалет. А нам было как-то, знаете, ну, немножечко неловко отправляться в туалет. У тех, у кого мы выполняли заказ, поэтому мы решили, что лучше, как можно быстрее, бегом-бегом добежать домой. Я сегодня хотела бы, конечно же... Коне... Подожди, а чего ты не бежишь? О, нет, только не она. Между прочим, хотя нет, не, не она, а как раз она. У меня сегодня есть кое-какие важные планы, связанные с темперанцией. Я пока что не уверена, что смогу их реализовать, но я очень надеюсь, что мне удастся. В общем, как вы понимаете, это понимает как вы понимаете, что это понимает. В общем, Эд знает, что все вот эти проблемы связаны, конечно же, с темперанцией. Вот эти все злые духи, которые заполонили Уиллоу Крик, они связаны как раз с присутствием этого призрака. И нужно будет что-то с этим делать, тем более, что темперанция не дает жить ни остальным, ни нашему семейству. И, конечно, хотелось бы как-то эту ситуацию исправить. А куда ты, собственно, пошла? Подожди, ты, ты еду приготовила? О, ты не захотела готовить, да? Да. Давай-ка мы сейчас здесь все почистим, пожалуйста, не надо так. Нам сломали холодильник. Ну вот зачем нам сломали? Кто выключил свет? Слушай, хороший вопрос. А кто выключил свет? Может быть нам нужно... Нет, нам не нужно. Счета нам оплачивать не нужно. А, у нас уже все горит. Я так понимаю, что темперанция решила самую малость. Немножечко так вот э, пошутить сейчас. Нет, слушайте, нет света. У нас уже просто рассвет, как вы понимаете, на улице. Вот солнышко уже сейчас вот практически встало, но увидите, что у нас тут... Вроде как солнышко... Где солнышко? Где-то солнышко, в общем, стоит... А, вон солнышко, ребят, только что видели, как стоит солнышко. Я так понимаю, что темперанция получает какое-то удовольствие от своих шалостей. И из-за того, что темперанция, блин, нам сейчас как бы тут помешала, мы не можем даже свет зажечь нормально. Ну, прости, пожалуйста, это мне придется тебя попросить сейчас э, починить э, холодильник. А вот что я хотела бы, чтобы Лорен сделала... Я бы очень хотела, чтобы она продолжила, конечно же, вязать. И вы скоро узнаете, зачем она это все будет делать. Ну а пока что давайте мы синие-серые носки в горошек. Я надеюсь, что всем понравятся эти носочки. Это мы с тобой убираем. Убираем, говорю тебе, убираем. Мы сейчас с вами починим холодильник. И когда включат свет? Кстати, нужно обязательно наполнить миску. Но для начала нам, конечно же, стоит вызвать Гидри. Я надеюсь, что он к нам сегодня в гости сможет прийти. А ты пока что вяжешь, это хорошо. Я хочу посмотреть. Да ладно. Она решила все сломать, вы понимаете? Вот прям все. Нам придется сейчас это попросить все здесь вот починить, поубирать, потому что вы видите, что эта зараза темперанция ведет себя, ну прям очень неправильно. Как у вас делишки? Ты в принципе в норме, ты тоже в норме, но мне бы хотелось, чтобы Норман лег отдыхать. А ну-ка, пожалуйста, ложись спать. Джеки, ты тоже, пожалуйста, ложись спать. Мне очень не нравится, что вы всю ночь не спали. Это неправильно. Значит, Лорен продолжает вязать носочки, а я хочу посмотреть, что у нас тут внизу. Кстати, что-нибудь новенькое у нас с вами получилось? Э -э, да, у нас с вами есть э -э, заполучить, нам удалось идола, но я его пока что ставить не хочу. Вы же знаете, что идол будет спасать нас от темперанции. Поэтому давайте-ка мы его поставим вообще вот здесь. Пока что. Пока что я бы хотела поставить вот здесь. Ну а затем, так, ты все выбрасываешь. Все, молодец, мы с тобой все починили. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас перестали появляться вот эти все проблемы. Детишки наконец-то уснули. Я уже переживать начала. Вот, друзья мои, наконец-то свет появился. Выброси, пожалуйста, да, молодец, выбрасывай. И затем мы попросим Ларин, конечно же, приготовить яишенку. Я хочу пока что посмотреть, что у нас тут по нашим всяким страшным, и ужасным рукам, ногам и прочим куклам, которые у нас тут появляются. Но я вижу, что вроде бы пока что все в норме. Никаких сверхъестественных предметов у нас здесь не появилось. И, между прочим, между прочим, так, тут тоже ничего нет. Смотрите, бедняжка Кэролайн просто уснула в гостиной. Она, видимо, настолько устала все время гонять малышей спать, что она решила так, все, Извините, я буду отдыхать. Значит, мы хотим сейчас, наверное, немножечко отдохнуть. Я думаю, что и Лоррейн согласится отправиться спать, потому что вы видите, что у них немного сбитый график из-за того, что Эду приходится работать вот так вот, скажем так, то по ночам, то днем нам нужно как-то с призраками справляться. Поэтому им придется сейчас немножечко отдохнуть. Но я бы хотела все-таки пойти прогуляться с собакой, потому что мне кажется, что Кирлайн очень хотела бы немножко внимания получать. Давай мы сейчас тебя погладим. Я думаю, что любой пес любит, когда его гладят. Ну, а потом мы должны будем вместе с Лорен сходить на прогулку. 8 утра, друзья мои, 8 утра, пока что на улице вообще никого. Зато Самое интересное, что солнышко уже встать успел достаточно высоко. Кто у нас тут ходит? Ну, ты нас не интересуешь, ты тоже нас не особо интересуешь. Соседи, как видите, не так уж и много у нас на улице. Ну, прям совсем немного. То есть такое ощущение, что вот именно соседи, имею в виду, кто живет у нас в округе, что они, в принципе, боятся уже выходить на улицу. Так, где наш пес? Вот, привет, Кэролайн. Давай-ка мы с тобой сейчас пойдем погулять. На следующий день все проснулись достаточно поздно, и я смотрю, что наше, ну, скажем так, утро начинается с пожара. Хотя утро, два часа дня, мне кажется, мы уже будем считать, что добрый день и не доброе утро, дорогие друзья. Итак, я вижу, что у нас загорелась и плита и у нас загорелась столешница, и теперь вот мне интересно, как отреагируют вообще э, владельцы этого дома, как они вообще на это все будут смотреть, когда увидят, что у нас тут пол кухни успел сгореть. Нам придется сейчас заменить вот эти все предметы, и затем мы, конечно же, с вами сейчас отправим Лорин. Так, она должна покушать, в туалет сходить. Кто нам уже названивает? Что нужно? Боб Панкейк. Он хочет, значит, не хочу ли я прийти к нему в гости? Нет, извини, я не хочу пока что к тебе приходить в гости. Я бы хотела малышку поднять и отнести на второй этаж, потому что наши детишки сейчас, наверное, захотят немножко поиграть. Давай-ка ты посади сюда Джеки. Как дела у Нормана? У Нормана какое-то, знаете, вот очень грустное настроение, потому что странно, я его вроде бы посадила уже на стульчик, а он почему-то кушать не захотел. Норман, пожалуйста, покушай, там очень вкусный бутерброд тебя ждет. Джеки тоже, как видите, очень грустная, ей холодно. Но так как дом не наш, к сожалению, мы отопление здесь провести не можем, поэтому будем надеяться, что, может быть, в комнате с камином будет не так уж холодно. Итак, давай посмотрим. Я бы хотела, чтобы сейчас наш Эд кое-что попробовал сверху связанная с нашим домом. Итак, у нас с вами есть очень интересный предмет под названием рука помощи. Мы можем включить режим героя. Особо смелые персонажи могут попытать счастье в режиме героя. Давайте попробуем. И вот мне кажется, что это будет достаточно интересным испытанием для наших главных персонажей. Так, в этом режиме э, завеса между мирами ночью быстрее истончается и пропускает в этот мир паранормальные явления рассерженных духов. К счастью, вы получите больше очков для магазина наград после каждой успешно пережитой ночи. Но будьте осторожны, вы не сможете выйти из режима героев в течение определенного времени. Что вы выберете? Давайте попробуем. Мне кажется, что что режим героя уже начинает действовать. Посмотрите, нам же сказали про ночь. А как бы сейчас еще 5 часов вечера. Посмотрите, Кэролайн. А, я думала, она уже пытается сбежать. Так, не надо плакать. Иди, пожалуйста, в комнату, дорогая Джеки. Я тебя прошу, не плачь, все будет хорошо. Поиграй со своим братом. Вот смотрите, у вас есть кубики, у вас тут есть эм, Кэролайн, которая будет вас охранять. Ребята решили обсудить, как они смогут пережить первую ночь. Тем более, что через час у Эда будет вызов, и мы с вами должны будем, скорее всего, уйти из дома. Но вот это очень интересно, как мы сможем пережить ночи, и я надеюсь, что гидри, возможно, возможно, явится и сможет нам хоть что-нибудь подсказать, потому что в противном случае я очень сильно начинаю переживать. Если, конечно же, этот режим окажется очень сложным, то мы с вами, конечно же, всегда можем вернуться к нормальному образу жизни, но я думаю, что Эдуэл Рейн надеется, что, возможно, в таком вот режиме мы сможем быстрее победить всех духов и хотя бы... Этот дом мы сможем очистить. Я хочу вот это все здесь повыбрасывать. Мне не очень нравится, что Керолайн у нас тут как бы кучки оставляет. Прям вот тут, вот в центре участка я боюсь, что когда владельцы вернутся, то они не поймут, что тут происходит. Так, смотрите, кто к нам пришел. К нам пришел Феликс. Может быть, мы с ним сейчас немножко поболтаем, спросим вообще. Как тут у нас обстановка, потому что, как вы понимаете, у нас на данный момент есть... А что такое? Ты не хочешь со мной разговаривать? У нас на данный мом момент есть только два, грубо говоря, товарища. У нас есть Гидри и есть Феликс, с которым у нас отношения, в принципе, более-менее хорошие. А вот, к сожалению, с той же... О, здрасте, здрасте! Подожди, я хотела с тобой как раз поговорить. Дать ключи от дома, мне кажется, это не самый лучший вариант. А вот, как вы видите, у нас с Гидри, в принципе, сложились идеальные отношения, то есть мы с ним... В принципе, очень и очень даже хорошо смогли подружиться. И я бы хотела, наверное, попросить утешения нет. Грустные истории я ему тоже рассказывать не хочу. Я бы хотела спросить, нет, это я тоже спрашивать не хочу. Я хочу с ним сейчас вот выразить восхищение. Я бы хотела с ним наладить максимально хорошие отношения. Мне кажется, что помощь Гидри нам, ну, в принципе, никогда. Вот, смотрите, у них уже отличные отношения. Мне кажется, что помощь Гидри нам всегда будет, кстати, давайте попытаемся сейчас с ним по максимуму прокачать наши взаимоотношения. Тем более, что, видите, нам осталось самую малость, самую малость все заполнить. И я думаю, что мы с Гидри просто вот станем лучшими друзьями. А если мы станем лучшими друзьями, то, возможно, нам с вами удастся провернуть одну очень хитрую штуку. И вот вы можете обратить внимание, что нас все-таки вызывает. Эд готов начать паранормальные исследования. Хотите отправиться вместе с ним? Ну, конечно, хотим. Мы же должны знать, как же теперь обстоят дела в городе, когда появился такой вот сыщик. А вот это уже интересно. На этот раз нас отправили в Уази Спрингс. И вы можете увидеть, что призраков здесь достаточно много для такого вот маленького домика. И я уже вижу несколько страшных и ужасных растений и вот этих всех торчащих рук. Поэтому давайте мы, наверное, сначала... Ох, сколько призраков, ребята! Это плохо. Я надеюсь, что шкала будет заполняться, потому что если она заполняться не будет, то у нас могут быть очень серьезные проблемы. Слушайте, какое странное свечение вот здесь от фонариков. Хм, интересно смотрится. Слушайте, а я не помню, чтобы у нас здесь был гриль и здесь была вот такая вот палатка. Странно. Может быть, и была, но я, видимо, не обращала внимания. Да, друзья мои, все заполняется. Итак, что бы первое я хотела сделать, это, конечно, после уничтожения вот этих всех предметов я бы хотела провести церемонию. Как вы понимаете, церемония здесь очень-очень-очень важна. Мы должны вот это тоже убрать. Как вы знаете, у нас Эд уже прокачал все свои э, способности. И я думаю, что проведение церемонии нам будет как нельзя, кстати. Значит, здесь у нас, я вижу, слизь, у нас есть э, куклы. Подожди, что такое? А, тебе удалось? Да, удалось. Я уже думала, что не удалось ему разрушить вот эти страшные предметы. Мне очень нравится, что Джонни, такой, знаете, вообще стоит, общается: Не надо бояться! Мы сейчас с тобой поборем весь страх. Не надо ничего поджигать! Я вас очень прошу. Первое, что я хочу, конечно, сделать: вот что мне не нравится, что у меня свечи, ну, вы видите, не в самом лучшем состоянии. Прям в совсем не самом лучшем состоянии, поэтому для того, чтобы нам сейчас провести церемонию, давай-ка мы периодический сеанс сейчас проведем. Нам, конечно, что тебе холодно, а почему тебе холодно? Ну, я вижу, что у нас, конечно, температура не самая высокая, но если что, нам придется, конечно же, сейчас... Подожди, 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 ты куда пошел? Мы должны сейчас ä, призвать гидри провести церемонию. Но сначала я бы хотела провести жуткий ритуал. Где ты уже успел запачкаться? Ты же вроде ходил в душ перед тем, как мы сюда отправились. Вот не надо было пачкаться. Вот надо было, конечно же... О, ребят, посмотрите, к нам еще и Тина Пиппинг пришла. Ну, это вообще прям персонаж, которого мы точно не ждали. Вы слышали, клянусь, здесь что-то есть, меня кто-то преследует. Я знаю, кто тебя преследует. Слушайте, получается, что влияние и, в принципе, магия э, темперанции распространяется далеко за пределы Виллоу -Крик. То есть нам нужно как-то как можно скорее справиться с темперанцией, иначе мне кажется, что скоро в каждом городке будет она хозяйничать. Давайте еще поставим несколько свечей, посмотрите, мы проводим. Страшный, ужасный, магический, не надо, не надо, я вас прошу, не надо меня пугать. Мы должны себя... О, нет, ребята, сеанс успели прервать. Давай-ка попытаемся еще один провести ритуал. Он очень голодный. Я понимаю, что Эд очень сильно проголодался, хотя странно. Я ему и еду давала перед тем, как мы отправились эм, в Уази Спрингс. И все равно он как-то, знаете, проголодался. Слушайте, а Джонни будет не против, если мы что-нибудь у него тут украдем? Мне просто кажется, что у нас будет гораздо больше времени, необходимого для того, чтобы. Так, подожди, подожди. Давай, ладно. Ладно. Сходи, пожалуйста, пока что в туалет сходи, я тебя очень прошу. И затем, наверное, мы украдем у него какой-нибудь бутерброд. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, нам сейчас скажут, «Эй, извините, уходите отсюда», но мы сыщик, который успел проголодаться, поэтому, пожалуйста, дайте мне хотя бы немножечко себя привести в форму. Нам удалось провести ритуал, и сейчас, я думаю, что нам станет с вами чуточку полегче. Итак, давайте-ка мы будем убирать эти все страшные кукол. Давайте мы эту страшную куклу уберем, и, между прочим, я обратила внимание, что у нас, по-моему, еще какая-то хурма здесь вылезла, нет? Ага, вот она вот эта вот самая хурма. К сожалению, Лорейн не успела связать носочки и передать Эду. А я, в принципе, собиралась их сегодня использовать. Видите, сколько у нас тут всякой паранормальщины. От этого всего нужно избавиться. Главное, что мне нравится, Джонни лег спать. Ему, в принципе, ну как бы не так уж было важно, видимо, избавиться от призраков. Он просто хотел пойти отдохнуть. Но меня немножко пугает, что вот эти все предметы очень быстро появляются. И я бы хотела попытаться сейчас провести... Конечно же церемонии, то есть а, наш что такое? Это какой-то кошмар. Да я понимаю, что это кошмар, я с тобой согласна. Но мы пытаемся тебе помочь справиться с этим кошмаром. Я надеюсь, что нам надолго хватит нашего вот этого состояния. Четыре часа, друзья мои. Четыре часа, а нам с вами осталось работать четыре часа восемь минут. То есть, в принципе, нам как раз должно сейчас хватить провести вот эти все церемонии. И, кстати, у нас еще и дождь пошел. Классно. Прекрасная погода для того, чтобы избавляться от призраков. Нам нужно больше свечей. Насколько я знаю, мы сейчас сможем прикупить Наверное, две свечки благодаря нашему магазину будем считать, что это у нас не магазин, наград, а место, где, допустим, паранормальные сычки могут добывать те или иные материалы для своих расследований. Смотрите, у нас уже больше половины шкалы успел заполниться, но, к сожалению, у нас с вами не так уж много времени. То есть у нас, в принципе, осталось вот, эм, грубо говоря, столько же времени, сколько мы с вами потратили. У нас осталось, конечно же, и на проведение вот этих всех церемоний. И вот теперь вопрос, успеем ли мы сейчас с вами провести все необходимые э -э церемонии для того, чтобы изгнать вот этих всех злых духов. Я смотрю, что Джонни туда-сюда в панике бегает. Нам бы попытаться как-то с ними поговорить, но сделать подношение мы можем, разве что из садового салата. Хотя у нас есть скульптура лошади, ну... Но... Как бы не совсем скульптура лошади. но ну, она, конечно, плохого качества. Но, возможно, призракам понравится. Может быть, у призраков какое-то свое видение лошадей и прочих. Я пока что посмотрю, что у нас есть новое на участке. Потому что, если нас сейчас будут все время прерывать, я должна буду, конечно же, не церемониями здесь все вытягивать, а вот нам нужно будет протереть вот эту вот, вот надпись. Вот надо будет стереть ее с пол. Ой-ой-ой-ой, ребят. Я боюсь, что сейчас явится темперация. Я боюсь, что сейчас может явиться темперанция, потому что, вы видите, свет моргает. И, в принципе, что-то очень плохое происходит на участке. Посмотрите, эти призраки пытаются здесь все сжечь. То есть, вместо того, чтобы быть просто какими-то злюками, они пытаются сжечь весь участок. Вот мне интересно, что это за призраки, которые преследуют Джонни? Как вы думаете? Напишите ваше предположение в комментариях, что мог сделать такого Джонни. Может быть, конечно, он случайный персонаж, знаете, ну вот не в том месте, не в то время. Но мне что-то подсказывает что, возможно, на Джонни было наложено какое-то страшное проклятие. А может быть, действительно, наша темперанция решила мстить всем и вся за то, что у нее такая вот тяжелая и страшная судьба. Ну что, вроде бы нам с вами удается сейчас провести церемонию, лишь бы нас призраки сейчас не прервали, потому что вы видите, что осталось 2 часа 36 минут, ребят. Очень скоро наступит рассвет, у нас просто очень мало времени. И к тому же я бы хотела повысить нашу продуктивность, потому что она у нас просто отвратительная из-за вот этих вот багов. Есть! Есть, нам удалось это все сделать, давай быстро, вытри здесь лужу, вытри здесь лужу, вытирай вот этот вот символ И я так понимаю, что больше у нас нет никаких предметов, серьезно? То есть у нас осталась связь только с вот этими призраками Может быть, конечно, сейчас здесь что-то я еще найду Было бы неплохо, потому что, к сожалению, у нас предметов ручной работы, как видите, ну, все-таки маловато не успевает, к сожалению. Тут ужасно страшно. Так чего ты пошел телевизор-то смотреть, если тебе ужасно страшно? Ложись себе с головой под одеяло или же спрячься вообще под кровать, и будет тебе не так уж и страшно. Новые руки, ноги здесь не повылазили. Ребята, осталось чуть-чуть. Посмотрите, нам осталось совсем немножечко заполнить эту шкалу, и я думаю, что мы с вами справимся. Значит, здесь у нас уже еще здесь пару символов. Почему он вообще на этом символе? Эй, алло, здесь тебе никто не говорил, что нужно стоять на этом символе. Тебе что, братья Винчестеры нашептали? О -о. Ребята, посмотрите, как он испугался. Понимаешь, это не тот символ, который будет тебя защищать. Совершенно не тот. Друзья мои, надо поддержать нашего Эда лайком. Нужно его точно поддержать, потому что, ребят, в противном случае вы понимаете, что у нас тут будет самая настоящая беда. Я просто очень надеюсь, что пока что темперанция просто не пытается нам помешать, что она не пытается явиться и как-то все здесь испортить, но призраки я вижу, что достаточно агрессивно настроены. Я вот не знаю, хватит... Да ладно, опять очередная какая-то ветка у нас вылезла. Давай, давай, давай. Нам осталось одно пятно только вытереть. Даже не пятно, а можно вот этот рисунок. И, в принципе, мы с вами закончим. Давай, 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 Эд ты сможешь. А может быть, темперанция не зря здесь не появляется. Слушайте, а вот у нас м, идет, например, Доминик Фирс, и ему как бы вообще плевать. Плевать, что здесь призраки. Плевать, что мы здесь церемонии проводим. У нас осталось совсем чуть-чуть. Час двенадцать, друзья мои. Один час двенадцать минут. Я думаю, что мы можем с вами свечки забирать. Мы с вами уже справились. Нет? Еще не справились? Серьезно? Быстро вытирай. Быстро избавляйся от этих символов. И я думаю, что мы с вами... Куда ты отправился? Подожди, подожди, подожди. Тебе надо было не... Нет, не то. Ребята, быстро. У нас очень мало времени. У нас осталось 56 минут. А ты можешь как-то через стенку пролететь? Я-то думала, что мы с вами сейчас вытрем. Я еще смотрю какие-то там... Быстрее. Нет, только не это. Быстрее, пожалуйста, это быстрее. Вау, друзья мои, мы справились. Работа выполнена. Я думаю, что мы можем сейчас поговорить как бы с Джонни, сказать... Ага, ничего мы ему сейчас сказать не сможем, он решил отправиться спать, но мы с вами молодцы. Мы, между прочим, с вами получили странные заросли, то есть мы сможем их добавить в наш музей, который у нас находится пока что в подвале, то есть вы видели, что у нас такой вот пока что временный есть музей различных страшилок, но я думаю, что очень скоро мы сможем его перенести в наш с вами дом. Пока Эд отдыхал, Лорен решила продолжить заниматься вязанием. У нее появился кое-какой план она знает о том, что можно задобрить призраков. Ей очень хотелось попробовать с нашими самыми-самыми опасными призраками провести кое-какой эксперимент. Между прочим, у нас тут одна такая вот злюка где-то летает. Только что я видела, она у нас тут разогнала наших соседей, к нам приходила наша подружка, к нам пришел Боб, но, как вы видите, они все забежали к нам в дом, хотя, скорее всего, наша подружка уже успела убежать, потому что тут действительно происходило не пойми что. Они опять пытались поджечь нашу скамейку, но я надеюсь, что мы сейчас снова этого призрака увидим, и я бы хотела этому самому призраку предложить, например, шапочку. Все-таки Лоррейн вяжет отлично, и мне кажется, что такая вот шапочка могла бы стать хорошим. Куда ты бежишь? Нам нужно успокоить Боба, Боб, пожалуйста. Не переживай, все будет хорошо. Давай-ка мы с тобой сейчас просто дружелюбно поговорим, повосторгаемся едой, не бойся. У нас тут не такие страшные призраки, как тебе кажется. Я предлагаю продолжить вязать. Мы с вами можем сейчас связать еще носочки. Вот как вы думаете, что больше? С енотами носки, с енотами? Мне кажется, что носочки с енотами должны точно понравиться. Нашим призраком. И кстати, я бы хотела пополнить нашу коллекцию. Давай посмотрим. У нашего Эда теперь есть еще одно вот такое вот э, страшное жуткое растение, но мы его почему-то можем добавить только здесь. Мы можем его, на него посмотреть, можем продать, конечно, же, за же 75 миллионов, но продавать его пока что, конечно, не хочу. Я еще успела прикупить несколько свечей. То есть наш Эд уже, в принципе, знаете, готов ко всяким приключениям. Эм, Боб, ты пришел ко мне поотжиматься? Я надеялась, что ты ко мне пришел попризывать каких-то призраков, потому что мне почему-то кажется, что призраки реагируют именно на наших соседей. Я бы хотела продать все, видимо, целый один симолеон можем получить с мусорного растения. И, кстати, нам желательно бы выбросить мусор. Кстати, я же заменила вроде бы. Почему нам опять нужно заменять? Выбросить мусор. Правильно, нам нужно все сейчас поубирать. Вы видите, что, в принципе, у нас тут происходит такое, ну, ничего такого вот необычного. Лорейн вяжет э, какие-то вещи, детишки играют. То есть, в принципе, Боб не должен заподозрить, что мы как бы здесь боремся с привидением. О, смотрите, Майя решила вернуться. Она к нам уже зашла в гости, а затем в страхе убежала. Теперь решила нет. Мне не так страшно. Я лучше пойду посмотрю, что у них здесь происходит. А вот и призрак, друзья мои. Давайте мы попытаемся сделать подношение. У нас есть оранжевая шапочка тигр. Давайте проверим, понравится ли нашему призраку великолепного качества шапочка тигр. Или он скажет, ты че? Куда я эту шапочку буду надевать? Ну вот видите, напугали Маю, всех напугали. Или он вообще скажет, я же подожгу эту шапочку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тебе понравится шапочка? Нет, а почему тебе не нравится шапочка? Я же так старалась. Я же хотел. Ладно. Может быть, все-таки носочки в горошек. Как вы думаете, призрак будет носить носочки? Хотя, смотрите, он уже вроде бы не такая злюка. Смотри, носочки. Да? Нет. Не понравились носочки. Да что же это такое? Ну, не понравились и не понравились, я тогда продолжу вязать наши носочки с енотами. На Виллоу Крик уже опустилась ночь. К нам снова явился Гидри, и у Эда появилась кое-какая идея, которую он решил попробовать реализовать. Он прекрасно понимал, что все проблемы в Крик связаны, конечно же, с Темперанцией. А кто сможет нам помочь справиться с Темперанцией лучше, чем Гидри? Но вы же понимаете, что никто. Поэтому он решил предложить Гидри переехать в их семью, поселиться с ними вместе и попытаться дождаться появления Темперанции. Он очень хотел, чтобы Гидри попытался наладить отношения с Темперанцией. Возможно... Их отношения были всегда достаточно трудными, но, возможно, если они смогут их наладить, темперанция станет более мягкой. Возможно, она снова сможет сойтись с Гидри и больше не будет вот этих вот страшных и жутких призраков, которые терроризируют этот город. Я не знаю, получится нам с вами это сделать или нет, но мы с вами будем пытаться. Итак, давайте-ка мы сейчас Вместе с Гидри, вот, вы видите, у нас эм, просто сейчас великолепное настроение. Э, наши пока что ребята отдыхают. Я смотрю, что только у Джеки. Ну, вот вы видите, она спать хочет. Она почему-то решила побегать вместе с Кэролайн. У Джеки настроение не самое лучшее, поэтому давайте будем ее отправлять спать. Все-таки уже время позднее, поэтому, пожалуйста, бегом! Я поняла, что ты хочешь сейчас разбудить э, нашу Лоррейн. Значит, давайте мы сейчас поговорим э, с Гидри, и мы попытаемся ему как-то сейчас вот выдадим глубокую тайну, расскажем, что мы пытаемся сделать. И я очень надеюсь, что мы сможем э, выйти на связь с Темперанцией. Темперанция, как видите, появляется нечасто. Но, с другой стороны, в этом, конечно же, есть и интерес у Гидри. То есть он прекрасно видел, что этот город, ну, в принципе, вы видите, очень сильно страдает из-за призраков. Хотя посмотрите, какая здесь красота. Конечно же, местным жителям хочется наслаждаться вот таким вот шикарным видом. Они боятся каждую ночь ложиться спать, вставать там, не знаю, в туалет и боятся, что где-нибудь вынырнет какой-нибудь страшный ужасный призрак. Поэтому Гидри, конечно же, согласился помочь. Я смотрю, что Майя у нас вообще какая-то, знаете, без вообще каких-то э, комплексов ходит у нас по дому. Что такое? А, ты решил сходить э, к нашей собаке. Хорошо. Все-таки ложись, пожалуйста, спать. Я вижу, что Джеки очень сильно устала. Она весь вечер бегала и играла с Кэролайн. Давай-ка, может быть, мы сейчас поднимем как-то себе настроение. Может быть, мы споем песню о предстоящем празднике, будем бросать конфетти. Хотя, честно говоря, мы с вами не знаем. Гидри отмечает, ну, скорее всего, он будет отмечать вместе с нами этот праздник. Жаловаться я не хочу. Я хочу спеть. О, смотрите, как это мило. Но вот в чем проблема? Я не уверена, что темперанция к нам сегодня явится. Я вижу, что у нас тут летают всякие страшные, ужасные призраки но вот саму темперанцию я пока что не вижу хотя учитывая что мы с вами поставили режим героя возможно слушай а что ты тут делаешь я надеюсь что ты не будешь воровать моих я не надеюсь что ты не будешь воровать кукол или еще кого-нибудь мая пожалуйста Поднимись наверх. Это вообще-то закрытая территория для посещения, сюда лучше не заглядывать. Я пока что темперанцию не вижу. Давай-ка мы будем идти сюда. Гидре я тоже хочу сюда отправить. Будем ждать. Я надеюсь, что она сегодня явится. Как вы видите, даже наш Эд решил сегодня не отправляться на работу. Он решил, что стоит попробовать такой способ. А вдруг? А вдруг именно вся проблема кроется в этом? Может быть, именно нужно помочь Гидре и Темперации найти общий язык. Она перестанет злиться, да и Гидри станет каким-то, знаете, более положительно настроенным. Поэтому давайте мы с вами сейчас подождем. И я надеюсь, что темперация заглянет к нам в гости. Темперанция явилась к нам только через день. К сожалению, как вы понимаете, она появляется в этом доме, хотя мне кажется что все проблемы как раз связаны именно с этим домом. Не постоянно. И нам пришлось прождать целые сутки, но, как вы видите, она появилась и, в принципе, достаточно неплохо общается с Гидри. Я очень надеюсь, что каких-то конфликтов у нас сейчас не будет, но мне не очень нравится, что проснулась Лорейн. Я специально всех отправила отдыхать, потому что я прекрасно знаю, как темперанция реагирует на всех окружающих жителей. Но я смотрю, что она стала игривой, друзья мои. Вы только посмотрите. Она стала игривой. Еще и Эд проснулся. Ну, правильно. Он решил вообще побежать в подвал. Он думает, блин, я лучше не буду вообще при этом всем присутствовать. Между прочим, у нас тут есть кое-какие вкусняшки. Гидри успел уже подготовиться. Давайте пригласим всех за стол. У нас есть очень вкусные печеньки. И я думаю, что все должны быть от них в восторге. Подожди, ну зачем? Ну зачем вселяться вот в этот шкафчик? Ну что он тебе плохого сделал? Да ладно, она тоже скушает печеньки. Серьезно? Я думала, что Темперанция сейчас откажется, скажет, нет, я есть не буду. Блин, неловкая ситуация, может быть, ей нужно было сейчас место, как бы, уступить. Хорошая компания, это меня радует. Слушайте, у нее такой интересный цвет. Посмотрите, здесь оранжево-красный, здесь розовый. Мы не будем с ней сейчас разговаривать, но я имею в виду, что... Подождите, я имела в виду, что мы не будем втроем общаться. А я смотрю, что Темперанция решила подключить и остальных жителей. Давайте-ка мы дадим совет по отношениям. Раз у нас сейчас такой вот игривый разговор, то мне кажется, Гидри, может, знаете, как-то, ну, привлечь внимание Темперанции сейчас. Не устраивать там каких-то сцен и разборок. И знаете, она смотрит на него вроде бы без каких-либо проблем. Ну да, она немножко такая вот, знаете, у нас серьезная мадам. Но я вижу, что она вроде как с нами очень даже неплохо общается. Я надеюсь, что мы сможем сейчас ее заговорить. Давайте мы ей польстим немножко, скажем, вы знаете, у вас такое красивое ожерелье. Мне очень нравится, как вы выглядите. У вас такая классная стрижка. Ну, в общем, короче, наговорите ей комплиментов. И, может быть, мы... Давайте, Лорейн.. Слушай, поднимайся наверх, пожалуйста. Смотри, э, пойди, пожалуйста, может быть, э, зажги свечи. Посиди здесь. И ты, мой хороший, пожалуйста, ложись спать здесь. Пожалуйста, не отвлекайте, Гидри. У Гидри очень важная миссия. То есть, смотрите, у нас потихонечку растут взаимоотношения. Потихонечку, полегонечку. Они вроде как, знаете. Ну, спасибо, Феликс. Ты прям вот в тему здесь сейчас появился. Я хотел провести время с темперанцией, а ты здесь пришел кушать наши... Эй, слушай, не смотри на темперанцию. Алло, начинает засматриваться. Слушай, а ты не хочешь как бы... Лорейн, зачем ты зашла? Пришла, поздоровалась, мне нравится такая ручка. И привет, привет, и свалила. А можно вы пойдете куда-нибудь это... Go away, пожалуйста. Самое смешное, что мы его даже не знаем. Но, знаете, такой без бесп... Беспардонно такой зашел душевно. Вот, смотрите. Видите, что мы потихонечку можем с ней душевно поговорить. И судя по цвету нашей темперации и вообще, что у нас тут страсть, мне кажется, ой, аккуратно, аккуратно. Я ж как бы... Ребята, она с нами флиртует? Она... Она пытается с нами флиртовать, серьезно? Ну, мы можем попытаться как бы ответить на флирт. Пожалуйста, я тебя очень прошу, Лорейн, ложись спать. Пожалуйста, тебе здесь делать нечего. Я хочу посмотреть, что у нас есть супер романтичный комплимент. А ну-ка, давайте попытаемся сейчас сделать эм, темперанции такой вот супер романтичный, такой вот прям самый лучший комплимент из всех комплиментов. Куда ты собираешься? подожди, мы тебя пока что не отпускали. Мы с тобой хотим, может быть, она не привыкла к таким романтичным комплиментам. Подожди, 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 все, вставай. Беги за темперанцией, она никуда пока что сейчас не пропадет. Мы должны продолжить наш разговор, тем более, что пока что только 2 часа ночи. То есть она теоретически еще пропасть не должна. Лорейн, ты можешь пойти лечь спать? Я понимаю, что тебе тоже очень интересно. Я понимаю, что ты хочешь знать, что тут произойдет, но я думаю, что Гидри нам все расскажет. Так... Давай я тебе еще один ребята, посмотрите. Посмотрите, как он ее задаривает комплиментами. Ребята, подождите, это я, я, я же как бы... Я же как бы комплимент хотела сделать. А оказывается, комплимент подействовал на темперанцию, ну, скажем так, немножечко по-другому. И мы можем с вами сейчас обратить внимание, что здесь нет ни одного духа на территории. То есть моя теория, о том, что в принципе все проблемы были связаны в этом городе с темперанцией и с гидри, но ну, с гидри, знаете, в меньшей степени, но ну, будем считать, в большей степени, конечно же, с темперанцией, но в принципе, в принципе складываются так, как я и предполагала. Посмотрите, что у них там происходит. Но я думаю, что пока что мы им не будем мешать. Знаете, что самое интересное? Скорее всего, сейчас произойдет первый поцелуй. Да ладно, свершилось, друзья мои! Вы только посмотрите, какая у нас сейчас романтичная пара. Вы посмотрите, как это все мило выглядит. И, между прочим, мы с вами узнали, что наша Темперанция достаточно романтичный персонаж. Она, в принципе, тоже любит комплименты и вообще всякие приятные слова в свой адрес слышать. Поэтому я думаю, что мы можем попытаться стать парой. Мне кажется, что это как раз то, что не хватало нашему страшному злому призраку Темперанции. Друзья мои, мы, наконец-то, посмотрите, они стали парой. То есть мы смогли скажем так, ну не то чтобы их помирить, примирить скорее. Я так понимаю, что а, раньше у них были какие-то разногласия, возможно, Гидри был тайно влюблен. Темперанцию и она была в него влюблена. Но ну, вы в принципе видели по другим нашим проектам, что Гидри у нас такой, знаете. Ну, товарищи, не против и с одной, и с другой как бы ну, провести время. Но вот на самом деле, я думаю, что настоящей его любовью всегда была Темперанция. И сейчас мы с вами это просто видим. Она вообще ни разу ему не отказывала, вообще ни в чем. Мы можем попытаться ее соблазнить. И меня просто радует, что у нас э, шкала настолько за Посмотрите, наш, наш Гидри хочет как бы в туалет, ему прям в туалет захотелось, давай-ка мы сейчас поцелуем а, нашу возлюбленную, я бы хотела попросить, ага, ты уже отправляешься малыша покормить, а что вы собираетесь делать? А, ты собираешься здесь ее поцеловать, ну правильно, какая разница где целоваться? Ну что, друзья мои, наконец-то эти два призрака нашли свое счастье, их отношения прокачаны максимально, и я думаю, что они понимают что просто идеально подходят друг к другу. И я думаю, что их история только начинается. Темперанция больше не будет терроризировать Уиллоу Крик и другие городки. Я думаю, она больше не будет присылать своих злых духов, которые нападали на местных жителей. И я думаю, что у них с Гидри теперь все будет хорошо. Я надеюсь, что эта история вам понравилась, друзья мои. Если вы хотите больше интересных видео и больше интересных историй, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже в новых интересных видео. До скорых встреч! Пока-пока.